Декабрь – месяц большой удачи для трех знаков зодиака. Вселенная решила вознаградить таким щедрым подарком представителей этих знаков зодиака. Овен. Овны ставят перед собой глобальные цели и строят очень масштабные планы. Но в предстоящем декабре им не хватит сил на реализацию всего задуманного. Это вовсе не означает, что запланированному не суждено исполниться. Просто нужно физически отдохнуть, а компенсировать труд и усилия смекалкой, остроумием и хитростью. В декабре, чтобы месяц прошел успешно, овнам не рекомендуется заниматься никаким физическим трудом. Не стоит планировать в этот период ремонт или походы. Занятия в спортзале лучше свести к минимуму. Что касается работы, то астрологи советуют игнорировать всех завистников, которые активизируются как никогда. Именно равнодушие и спокойные отношения позволят избавиться от них раз и навсегда. Козерог. В декабре козероги заметят значительный спад своей активности и энергичности. Это будет временное затишье, которое позволит отдохнуть и набраться сил, многое переосмыслить. Козероги будут в отличном расположении духа весь месяц. Декабрь для козерогов станет месяцем переосмысления, периодом, за который они станут мудрее, спокойнее, уравновешеннее, смогут понять, что для них важнее и приоритетнее. Козероги очень укрепятся морально. К концу этого периода козерог станет успешнее в карьере и значительно увеличит свой доход. В личной жизни решатся все спорные моменты и наступит долгожданный мир и покой. Рыбы. Первая половина декабря для рыб ознаменуется небывалым вдохновением и приливом сил, что позволит им выгодно выделиться в социуме и укрепить свои общественные позиции. Так как рыбы – знак очень успешный и целеустремленный, с высоким уровнем врожденного трудолюбия, то этот период станет для них отправной точкой в более успешную жизнь. Умение ждать нужного момента и правильно расставлять приоритеты помогут рыбам реализовать в декабре все намеченные цели. Астрологи советуют этому знаку не размениваться по мелочам, а направлять все свои силы на достижение более глобальных целей. Окончание этого месяца порадует рыб повышением по карьерной лестнице и увеличением заработной платы. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, для которых декабрь станет месяцем большой удачи? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!